Добрый день всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных приюта «Творит добро» Наталья. В этом ролике мы расскажем вам о нашем ребенке Локе. В начале ролика вы видите все. Это скриншоты переводов на ветеринарную клинику. Это достаточно большая сумма поступлений на ветклинику на имя Тамары Михайловны. Да, это район 500 тысяч, не считая поездок, МРТ и всего прочего. Только в феврале месяце у меня было истрачено 100 с лишним тысяч на поездку в клинику на такси. Сейчас мы машину мою так и не отремонтировали. Сейчас мы нашли выход. Мы взяли автомобиль в аренду, где мы оплачиваем 1000 рублей в сутки. Но это намного дешевле. И машина всегда у нас сейчас под боком. То есть, если какой-то экстренный случай, мы всегда можем сесть и отвезти какое-нибудь очередное тяжелое нуждающееся животное в клинику. Ну, я к чему начала наш ролик? К тому, чтобы вы понимали, что все ваши финансовые средства идут на лечение тяжело больных животных в клинику и на питание нашего приюта. Приют у нас тоже достаточно большой. В последнее время я привезла 12 щенков. Но сейчас не об этом. Сейчас именно о Локе. Во вторник я ездила в клинику, так как Николай Николаевич ушел в отпуск. Это был крайний день, когда я смогла посетить своих тяжело больных животных. А сейчас у нас в стационаре находится Ярик, который уже лечится третий месяц. Это Арчик и наш Локи. В пятницу приезжал нейрохирург из Москвы, товарищ Николай Николаевич, на операцию. Но по результатам у Локи очень положительная динамика. Динамика положительная именно от назначенного нейрохирургом грамотного лечения для Локи. Лечение дорогостоящее, но стоящее того. Уже на третий день у Локи проявилась положительная динамика. Он сам самостоятельно начал поднимать попу, тазобедренный свой сустав и пытаться вставать на лапки. То есть это очень-очень хорошо. Даже Николай Николаевич мне в голосовом наговорил и сказал: «Наталья, это прекрасно, как бы держим кулачки. На 10 дней операция еще пока отменяется, потому что если процесс пойдет и дальше такой в положительной динамике, то мы, возможно, обойдемся, возможно, без операции. Не очень бы хотелось лезть в такой маленький позвоночник, так как наш Локи весит всего 1,6 кг. Я понимаю Николая Николаевича, понимаю его радости. Но лечение у нас, да, достаточно дорогими препаратами происходит. Вот. Мало того, что ребенок наш сидит на Royal Starter Canin, вот, в силу своего возраста. И поэтому Николай Николаевич сказал: если мы обойдемся без операции, ну, готовьтесь к тому, что это будет долго и затратно. То есть это не будет месяц-два, это, возможно, обойдется на протяжении 4-6 месяцев реабилитации и лечения нашего ребенка. Вот. И я надеюсь, что мы всем миром поможем именно нашему Локе. Дадим шанс стать на свои все четыре лапки. Мы будем молиться. Я буду обращаться к вам за помощью. Я надеюсь, что вы, такая моя большая дружная семья, будете с нами. Мы спасаем. Мы уже спасли с декабря месяца 7 собак. Это Клёпа, это Оззи, ну, это Веня. Это очень много животных. И все тяжелейшие животные, которые прошли свой путь от клиник, от спасения. И поэтому, знаете, иногда и думаешь, что никаких денег не жалко, лишь бы они были здоровые и полноценно жили. Потому что, ну, очередная собака-инвалид – это опять платная передержка. Это опять непонятие того, что насколько долго на передержке будут находиться животные. И это тоже все финансово затратно. Поэтому моя такая большая дружная семья. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что все ваши финансовые средства, еще раз повторюсь, идут на лечение и на питание собак в приюте. Да, у нас начало месяца, и на карте осталось всего 9 тысяч. Но нам как бы
на 2 дня на питание еще финансовые средства есть, так как я ему говорила, что все очень-очень выросло, все очень подорожало. Если раньше мне день обходился в 4000, сейчас день кормления животных у меня обходится в 5040 рублей. Это именно куриная продукция. Плюс каши, конечно, мы варим. Недавно я ездила в Воронеж. Мы нашли оптовый склад, где можно купить колбасу по 35 рублей. Ну вот привезли, сейчас варим на ней каши. Ребята очень с большим удовольствием едят. То есть стараюсь тоже находить всевозможные пути разрешения вот этого вот всего, чтобы как бы мы жили, выживали и финансово справлялись. Приют пополняется, у нас последний завоз 12 щенков, но об этом будут ролики попозже. Сейчас в этом ролике я обращаюсь к вам. У нас очень тяжело сейчас с финансами, совсем-совсем тяжело, никогда вот так тяжело прямо в последнее время уже давно не было. Я обращаюсь к вам, к каждому своему такому большому дружной семье. Каждый ваш 100, 200 рублей, 50 рублей помогут нам справиться финансово и с клиникой. Очень не хочется быть в долгу перед клиниками. Это для меня прям самое страшное. И на питание нашим зайкам в приюте. Они же верят, надеются и ждут. Очень прошу вас каждого, помогите нам справиться финансово и не уйти в минуса. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.